Значит, сегодня мы разберем движение с пикой. Вот у меня условная пика, вот он, у нее тонкая, длинная древко, гибкая. Несколько лет назад я попал в одну школу тайцзи в городе Шичжуане. Хорошие ребята, они свозили нас в усадьбу Ялучане. Вот. Ну вот, когда был я универсальный, снял я такую пику и начал делать привычные движения. Подошел ко мне китаец, посмотрел на него, скептически хмыкнул, взял тоже палку и начал делать. Ну, что это будет при попадании в цель? Ну, давай. Ну, такое выбивающее мощное движение. Теперь посмотрим немножко другое. Значит, то, что делал я. Ну, не только это, то, что делается обычно в тайцзи, правильно. Что происходит? Происходит раз. Даю одеться и три добиваю. Происходит такой короткий выброс. Собственно, этот выброс вы и видели. Его также можно разобрать так, как будто движение мячика. Раз, два, раз. Я пробил первую оболочку, два. Сила противника пришла ко мне, я ее пропустил сквозь себя в землю. И далее она, преобразовав в энергию, я вернул, наложив свою туда. Три. Раз, два, три. Раз, два, три. Ну, конечно, при выполнении это... Раз, два, три может сливаться как в очереди из автомата Калашникова или, может быть, даже из зенитной корабельной пушки, которая режет мишень как автоген. Но факт то, что вот. В одном из движений мы используем внутренний импульс, а в другом мы используем силу инерции тела, которую мы вкладываем в тот или иной девайс, в данном случае в пику.